я вдруг неожиданно поднял спрос на хаммеры. Я знаю уже двух человек, которые купили себе хаммер после того, как увидели мой. И еще четырех, которые бегают сейчас по всей Москве и ищут свежий вариант. Подключайтесь. После того, как я сел на хаммер, которому 10 лет, стали ненужны все автомобили, на которых я ездил до этого, которые сделаны по последнему слову техники. Они просто стали не нужны, потому что есть хаммер. В общем, потерпите еще немножечко, я думаю, так через месяцок я остыну, и вы его перестанете видеть в моей ленте. Ну а пока, да здравствует хаммер. Салон переделан до неузнаваемости. Сейчас предстоит колдовство снаружи. Совсем скоро он будет вообще не похож на себя. Так что те, кто в теме, скоро будет интересно. Отдельное спасибо хочу сказать своей супруге. Я знаю, как тяжело женщинам понять любовь мужчины к автомобилю. И при всем при этом моя супруга меня не трогает. Пока.